Я буду говорить по дороге, чтобы не запутались. Ну ты Коби метку поставь. Да Коба и так знает, он запомнил эту цель, да, Коба? Да. Все. Под Герой заливаем. Значит, быстренько. Череп надо будет диспелить. Типа не досмотри на танка, будут станки даться, ты им быстро диспел кидаешь. Вот. Да и все, в принципе. Еду не забываем кушать, хилы обязательно, рыбу поедайте, там много, там больше 3-4 стаков на боссе, значит бегаем, ищем еду, но всю не съедайте тоже, люди с танца должны выйти, ну, скушать что-то, иначе потом не зайдем. На последней фазе меняйте танки, буду говорить, и давайте первые прыжки на последней фазе прожимает кон, не зыбку, а, она же у тебя не 4, это 4, да, Валера, ты стяжку тыкаешь на первой? Потом я не помню, типа они дозяда или нет, просто сами свои прыжинки отдаем, потом Валера опять ты стяжку. Ну там прокиливаем, и не сложно. Коба, на стойку бахни. Все, все готовы. Даю отчет и поехали. Набухаться не забудь. 4, Кон, 3, залетаешь ты со своей лужи? 1. Поехали. Ну, припоты-то висят. Геро. Череп дамажа. Спанида, ты пока крест контроль. Он стоит без контроля. По станцию будем готовимся. Танцы пришли. С вашей стороны. Закрыл. Монки, ты следующий с той стороны. Станция будут, готовимся. Крест, контроль. Танцы, танцы. Хожу, 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 хожу. Ага. На столе маленьком кабан справа от босса. Да, справа на маленьком хожу, можешь съесть. Там тортик на большом осечении. Ну на столе не стойте. Ну что за? Пошаражи, то же нет, самое. Это не стол. Кто-то стоял возле выхода. А кто тут? Хожу здесь только танцевал, но он ничего не может с ним сделать. То есть либо это не либо, кстати, либо это хожу, либо это моб. Потому что я видел, как моб убежал на кухню. Думаешь, это эвейтит на кухню? Возможно, потому что он зафирен и убежал туда, в сторону кухни. А вы тогда не фиряйте, пока моб не прибежит в общую массу. То есть ждете, пока он обратно забежал, когда фир кончился, потом опять кинули фир. Не так, что он там где-то зафирен, и вы обновили, и он еще дальше. То же самое, что ли? Раф. Да, то же самое, только немножко другой расстановки. Заливаем Рафа. То же самое. Сначала крест контролишь Степанида, потом ромб. А Кова всегда Дериса контролишь. Все, становимся по позициям. Ну, поехали. Так, пристабав, конечно, не дал. Да, но нам сейчас без БЛа будем. Ну что поделать, это трайнинг. 15 минут еще целых. Хотя бы разочек крайне. Даю отчет. Он залетает и служит. 4, 3, 2, 1. Не бью, не бью. Все, поехали. Контроля не забывайте. Скоро танцы будут, готовимся. Ну, с коны я стану диспелер. Ну, ничего, танцы. Но у нас... У вас. Что забежал? Видите танка? Ну, диспель ты кона. Ревностный прохнул. Приблюдо уже стоит. Добиваем, добиваем. Кушаем, кушаем. На центральном что-то есть, да? Танцы сейчас будут. Женя у себя. Подошел. Аркрайт, подбегай к кресту, следующий танцы на кресте закроешь. Сани будут. Сразу кушаем, кто выходит. Не забываем. На левом столе две кабана и рыба. Крест притяните. Я на центральном рыбу съел. Кабана ем. Крест играем? Танцы где? У вас? Зафиль ромб. Фиряешь теперь ромб, Степанида. Этот больше не фиряешь, что цель. Коба, просто пусть Коба фиряет. Степаниде хилить надо, жестко пробивает. Хорошо, я фигурю Дериса. Да, пусть он теряет свою цель. Сейчас убежит опять, ебать там в чигиря нахуй танцы. Закрыли? Монки сзади, монки.
Хожу, у тебя сколько КД? Я все, могу зайти. Да уже поздно. Здесь опять моб был, прям вот здесь вот стоял. Ну я сомневаюсь, что из-за этого. Я думаю, что скорее всего моб. Да блять, да хуй знает, ну вряд ли очень. Слезьте на всякий случай со столов, то есть поели, сошли. 12 минут успеваем? Ну, еще расстраиваем быстренько, сейчас я сетап нормально. Мне кажется, он филе просто выбегает и выйдет. Ну, я говорю, не обновляйте фир там, если он в чигирях, обновляйте, когда подбегают уже в кучу. То же самое, что ли? Нет, еще лучше. Ну, то же самое, просто вместо хила там вартан. Танк, которого можно не контролить. Давай так, Степанида, ты контролишь всегда танка, но типа не приоритет. Если у тебя времени нет, то не контролишь. Ромб тебя поставил, ты всегда на ромбе. Оба сначала крест, потом Дерриса я на него звездочку поставил. И все. Стоим по своим меткам и поехали. Вейт, все, да я отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Хил, тебе проще всех где спарить, то что ты на Фоксе уже смотришь на всю эту тему. Ну когда его убьем, то черепка уже станов не будет. Диспелите, но. Я диспелю. Мне просто прерывать пытку такое танца. Я в них стоял. Я в них стоял. А, мы оба. А, да, нет, я один. Хожу, я тебя покричу потом, чтобы ты не запутался, если надо будет. Кушать не забываем после танцев. Рыбу спишь. Я съел. Танцы пошли. С вашей стороны черепа. Левый стол, рыба, кабан. Крест, поехали, крест. Бля, сейчас прибежит крест, смотрим. Прохиливайте. Давайте каст. Сейчас прибежит. Все, отлично. Заехали в крест. Сейчас танцы будут, готовимся. У вас там. А, у нас хожу. Нет, у вас хожу. Да долго что-то появляется. Warcraft, беги к нам сюда на крест. Будешь закрывать следующий из креста, если появится. Еще 4 еды стоит, кто может, поешьте. Тортики на маленьком справа 2. Если можете, танк съешьте. Танцы сложите. Уже... Монки у нас. Я бегу к вам, закрою. Warcraft, ты с креста закрываешь, я с черепа, если что. Не забываем кушать. Монки вот здесь на маленьком столе и рыба, танцы и сейчас кабан. Будут. Сейчас танцы будут. Пошли танцы. Все, с стороны креста. Закрыли, да? Типа не до мертв. Да, да, да. Все, сразу кушайте. Ну бля, как так? БР, дай и войд. Даю гимн пока. Даю гимн на ману. С той стороны кто? Хожу или локал с той стороны станет? Я с той стороны смогу. Танцы пошли, я захожу. У тебя Женя. Захожу, захожу. С этой стороны хожу, забегай к черепу, будешь закрывать на черепу. Хожу, не захожу, у креста стой. Я стою, да, вот. Все, 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 стой тогда. Мороз, заболеваемся. Чё, по времени не вижу, танцы пошли. Креста закрывай, я хожу. Я вдалеке. Блядь, я не успеваю, вообще. Добегу. Ну, что ты стоишь там, не попро... Все, еще одни танцы будут и все. Или все, меняйтесь, танки, меняйтесь. Следующий, кон, перегрей. Я хуй знает, сейчас уже стакнулся или нет, но всякий случай. Ага. Все, дамажим контроль, свои цели не забывайте. Меняйтесь, коны. Меняйтесь, фаера. Кона забирай. Фаера забирай. Кона забирай. Прохилите меня. Фаера забирай.
кона забирай. Валера, забирай. Кона, забирай. Кона, 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 кона. Валера, да. Кона. Блять, нахуя ты переагрил рано так? Дайте Б, дайте Б. Все, переагрил. Забирай сразу. Забирай сразу. Ну, Кобы пожертвовали, дамажа. Нам контролить некому. Собирай, Валера. С минус хилом. Ну, Валера, когда на тебе босса нет, контроль. Забирай, по-моему. Кого? Раз. Звезду. Прыгает. На ком сейчас кого забирать? У меня пусто, нет стаков, я забираю. Да. Забираем. Кона забирай. Забрал, да? Забрал. С Войда убило, блядь. Контроль, контроль, Степанина. Кона. Угу. Да, минус 2 хила. Блядь, ну вы как удохнуть, я не понимаю. Все, Кона, я... блядь, все остальные умираем, но мы уже не успеваем, пошли мобу чистить. Блядь, ну изи уже в конце, я хуй знает, как у нас хил умер. У нас сначала, блядь, Кона умер. Пусть информацию о смерти скидывают. Так ну, вот этот Питер вышел из контроля. Ну, не контроль. Информацию о смерти кинь. Там, ой, именно. Потому что там 2 секунды ты, даже сколько, секунду ты кастанешь свой эфир, ничего не изменится, понимаешь, Степанин? Что там, ребут скоро? Да, пошлите моба чистить. Нет смысла босса уже тратить. А мобы не откатятся? Ну, хуй знает. Можно, можно покурить, да, давайте 5 минут покурим. Починитесь, сходите пока. Можно. Блядь, такой простой босс, мы, блядь, на нем сидеть сейчас опять будем. Потом на деву придем, тоже будем опять тупить. Я так не понял, Кон, ты вроде забрал на, ну, босса, но нихуя он на меня продолжал мне хуярить. Надо смотреть на рамочку, чья красная стала. Может, вместо да нет, стал. Я понимаю, ну именно, в смысле, на мне 30% агра там было, ну, 30, пишу, 70% агра. То есть, я, в смысле, обычно, когда он переагривает, я, в смысле, стопаю ДПС. Чтоб лишний раз не переагрить уроном. И я как бы смотрю, а он продолжает бить меня. Не могло меня. Быть из-за того, что босс... Места он, скорее всего. И сбоку, не? Кого еще раз? Босс бьет за спину и сбоку. Да, какая разница, мы с двух разных сторон стояли. В смысле, суть в чем? Просто Кон говоря... убил и в самую последнюю секунду переагрил, когда ему надо было, и второй раз он что-то там уже запутался. Не, я имею в виду, в чем суть. Агрилка, я смотрю, на нем таунт висит, а он бьет меня. Я не понял, в чем фишка. Ну, я говорю, Кона переагрил, его убило. Тогда, когда ему не нужно было переагривать. Как там, что тебя, я не понимаю. Скорее всего, хватку, может, прожил. Потому что проценты агро... уебанские поменялись. Чем? Он нет? Смотрел на Кона, он не на тебя смотрел. Я не таунтом перегнул. Меня на фул подымите. Ты подождем, не надо агрить. А, ты пойми, нет. Что это. Тогда пошли вниз, спустимся по лестнице. Если здесь, блядь, мобы резнутся, это пизда будет. Да чего они резнутся? Мы тут сидим уже, ебать, 20 минут. Хуй его знает. Ну я лучше здесь на лестнике остался. Я имею в виду то, что ты когда хватка переагриваешь, то она не срабатывает. Она агро не дает. Нет, в первый раз, когда я умер, я ЛП-шкой переагрил. А, у меня смысл? А, ну я говорю, ты да. Стопай просто ДПС в этот момент, бей автоатакой. Я, грубо говоря, пока агро на мне, я хуярю всем, чем можно. Пока агро на мне нету, я просто автоатакой бью. Лишний раз вот не переагрит. Сука, представил себе. Баки, я не. Кейр, вон у нас сучка Кейра есть. Шо, агрик он? Что Кейра делает? Бабл кидает себе. А чё это? Ну ты её заебёшься контролить. Её бить вообще не вариант, потому что быстро не диспелишь и много уронов никуда улетает. Контролить тоже не вариант, что на бабл тыкаешь. Не, она тебя забрать сможет, пока под баблом тусуется. Ну да. Ну не танк, в смысле, а на хилов пойдёт. Если диспелишь, то долго мне диспелить, её ДПС теряю. Может, мы на второй фазе не будем мобов контролить, просто допустим.
смысле, только что моб убил, потому что его не законтролили. Да, так в том сути, мы так их будем держать, огром. Да они вам ебало оторвут, вы чё, блядь? Они хуярят, плюс еще дебафы свои кидают. Хилит тёлка. Опять доты. Что там, локал, да, остался? Да. Да, я тут ласку тратить не хочу. Ой, заходи, трать. Куда? Как найдете сетап? Как найдете сетап, тогда и заведу. Нашли, заходи. Отвечаешь? Отвечаю. А за что отвечаю? Если это не так, с тебя 200 тысяч голды. Блять, ну вот она, блять, из ниоткуда только что появилась, пятой. Да, да, да. Я сам не ожидал. Вот ты пока не зайдешь, она всегда будет спавниться. Да, конечно, не рассказывай мне тут истории. Ну смотри, сейчас, блядь, еще нахуй три раза пробежим. Как только фласка кончится, тогда нам не будет спавниться. А можно не стримец подрубить, пожалуйста? Вообще, да. Так там же... Он сюда этот камен врубил. Смотри, как за ханта не надо играть. Ну, он Валорант где-то играет, либо что там. Что там, Кейра опять была? Да. Да. А что это ты зашел с своим глазиком? Ты сейчас согришь, может без Кейра появится. Ну вот, сейчас я буду специально агрить. Байта Мока. Выходи, Кон, он просто стычки согрит, грубо говоря, они его убьют сразу этот глаз. В случае чего. Так. Интересный босс, где ты такой, блядь. Ищешь тактику для убийства, блядь. Специально мобов ждешь. Эйра. Агри. Я уже думал, вообще нет. А чё мы мобчиков не бьем? Я не знаю, чего Валет мобчиков не агрит, я сам об этом думал. Погнали тогда. Долго ты об этом думал? Вдруг он сам догадался. Ебать, сверху кого-то мором задело, нахуй. Он вроде не среагировал. Нет, смотри, мор такой, фух, через верх, обратно рикошетом, нахуй. Вот это, конечно, ты конно, это, мне кажется, сильно самонадеянно, ебать. Локал там смотришь? Ну да. Что, есть? Есть. На самом деле нету, он просто делает вид, что что-то делает. Да, просто по приколу, там был самый бисовый сетап, я решил его скипнуть. Да, да, да. Что не хочешь проходить? Ну. Мне назло делает по-любому. Конечно. Я даже, блядь, не могу найти причин, почему это тебе назло, но похуй. Просто приемлемо. Всегда есть одна причина, и она важна, просто потому что. Главная причина — это ты. Это боль, которую он причинил мне, когда ушел из гильдии. Да нет, похуй. Я же извинился, блядь. Опять есть. Никто не поверил, видимо, в твои извинения. Монки, ты единственный, кто когда уходил, что-то написал нормально. Только поэтому все, типа. Когда люди валят, просто ничего не говорят, это другое дело. Только в таких случаях, мне кажется, они ожидают, что, типа, ну, будут их удерживать такие. Нет, не уходи, пожалуйста. Да я не знаю, ожидает или нет, просто если так долго играешь с людьми, нормальные отношения у тебя, можно написать, типа, ну вот, не нравится, ну, да. Сфера в коллективе, или там, хочу попробоваться в другом месте. Нет, проще написать, мне плащ не дали с духом. Я на форум. Обидно, обидно. Когда ты холи паладин, особенно обидно.
Что там с сетапом? Что-то не выходит нихуя. Нет, пока постоянно кейер. Пиздец, блин. У меня почему-то ощущение, что после ребута, ну, типа, они сделали как, что вот появился какой сетап, все, путь его сменишь, нет? Это не так работает. Потому что в прошлый раз у нас никогда хейры не было. Так, короче, моба. Вот, сейчас нормально. Ты уже сагрил? Нет. Ну, то же самое, что было в предыдущий раз. Хил, ШП, ретрик и этот, и минус хил. И минус хил, заебатый человек. Угу. Где СП? А, да, СП угол мысли. Так, чё, метки проебались. Танцуй, девчонка. Рыбу ставлю. Вытащи своего беса из... Из штанов. Так, Раф, Робин, Бобин, ёпта. Я сойду из штанов. Бьём Рафа, Том Дороти, крест поставил. Степанида, контроль, всегда Катриона, вот это вот, ромбик поставил. Коба, ты сначала крест, Том этого Дериса. Бля, хуйня, конечно, ну ладно, похуй, пусть так будет. Смотрите внимательно хилы по прохилу танков, там будет срезаться хил. Все, становимся на позиции, поехали тратить. Так, классочки перепейте, намажьте грудак, потому что у меня, например, закончилось, посмотрите. Локала у меня еще осталось. 9 минут. Локла нихуя нету пока, да. Ладно, 9 минут. Что? 9 это как будто нет. 5, 4, 3. Бля, у меня сервис хрон. Геро. Меня где-то уже появилось. Сейчас танцы будут смотрим. Танцы с нашей стороны. Ага, хорошо, давай. Танцуера Ися и стан, блядь, диспелит паладин танк. Нормально. На левом столе вдалеке стоит. 3 секунды танк. Хожу, нет там ничего. Танк. У тебя, Женя. Бегу. Забежал. Аркрайт, прибеги к нам на крест. Следующий танцы закроешь. Били череп, я не вижу. Да. Забивайте крест. Все, Коба, контроль этого Рафа или как он там. Танцы у вас. Череп. Ага, монки, хорошо. Так, надо покушать рыбу. Кто с танцев вышел, кушайте, не забывайте. Ревностный. Ильки. Аркрайт, сильно далеко стоишь, подойди ближе к кресту. Бежать будете очень далеко. Ближе к кресту, а не к центру. Кресту. Да я понял. Да я просто шумно. На станции. Все, отлично. Кого кончился дебаф? Есть такие? Мне 15. Должен был. Ухожу, у тебя должен был кончиться. Иди на крест. Ну беги, теперь хватит. Следующие танцы закрываете. Сейчас буду. У нас. Только слева на столе. Сколько хожу? Мне 3 секунды еще. Ну стой в метке. Че, потерпят 3 секунды. Нажму гимн сейчас. Прожмитесь. Якобы на строим. Че, я так понимаю, они срабатывают, что ли? Они срабатывают. Да, пока у тебя добав, не срабатывает. Все прохиливаете. Прожимки отдайте. Блять, у меня тоже 2 секунды. 1, 0. У кого, когда у тебя локал слетело, беги на крест. 3 секунды. Кушайте, беги на крест. Кушайте, не забывайте. 5 стаков, ебать. А, кроме пудингов, а, ну вот. Все, локал красава. Аркрайт, у тебя должен был откадешься. Беги на крест. Да, беги на крест. Там закроешь. Бегает по времени. Дамажим Мороза, что там по времени? Панида умер. Панид. Дай Бэрвойд. Помогаю пока хилить. Закрывайте. Монки, у тебя танцы. Все, гимн на ману даю. Сколько? По-моему, там почти все.
к Монке, кто хожу, у тебя следующего должен быть. Вон, ты зачем так рано забираешь? Хожу, стой на крестовой начальнике. Зачем? Анонс и имена на всякий случай. Все, вон, сейчас первый ловишь. Да, все. Кончились? Дамажим, босс. Поменяли, да, все кончилось. Все. Спокойно дамажим. Не бей, кон, не бей. Забирай. Поменялись. Ну, сами там, короче. Забирай. Лучше дублируй у нас. Распрыжки не забудь дать. Забирай. Забирай. Забирай, кон. Забрал. Кон, забирай. Забирал, да? Угу. Кон, забирай. Валера, забирай. Кон, забирай. Валера, забирай. Кон, забирай, скоро распрыжка. Валера, забирай. Прыгает. Дай стяжку. Дайте БР Монки Аркадь, это должна быть. Кон, забирай, босса. Ну, сори. Давай, все нормально. Валера, забирай. Сука, Валера, забирай. Даун, даун, когда был. Тихо, тихо, кон, забирай. Прожимайте в следующий раз. Валера, забирай. Кон, забирай. Прохиливайте. Кон, забирай. Как называется кастер с прыжки? Переда. Убийство. Забираю, да, забрал. Кон, забирай. Валера, забирай. Кон, забирай. Валера, забирай. Кон, забирай. Валера, забирай. Кон, забирай. Скоро будет распрыжка. Валера, забирай. На КД массакр. Я понял, свои прожимки надо. Прыгает. У меня не КД, я могу подержать, у меня нет дебафа. Кон, забирай, кон, забирай. Кон, забирай. Валера, забирай. Умрёте. Кон, забирай. Кон, ага. Валера, забирай. Кон, забирай. Мобов законтрольте, ага. Валера, забирай. Да сука, ёбаный моб, нахуй. Кон, забирай. Валера, забирай. Убрал. Кон, забирай. Валера, забирай. Кон, забирай. Валера, забирай. Аркрайт, иннер, это, по войду, да. Еще одна, наверное, будет распрыжка. Кон, КД, я почти кон, забирай. Кон. Ага, все хорошо. Сейчас, 10 секунд. Валера, забирай. Ну все, ман. Кон, забирай. Кон, кон, кон. Две. Валера, забирай. Прыгает. У меня нет дебафа, я держу. Все, 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 забирай. Кон, забирай, кон. Валера, забирай. Есть. Хватит, у меня в тучке 0 нанес. Кон, забирай. О, какая-то тося. Наконец-то, блять, хоть что-то. Лучше стильку бейте Мороза. А я еще и бухал каждый раз. Бля, вот рогашечка моя. Бляха выпала. Как тебе посох отдали уже? Какая твоя, у тебя посох есть, ну? Рогашка моя. Город у них есть. Валера, тебе нужен, да?
Да, да. Подожди, какую гороту нахуй? Вот так вот сделаем и все. Не надо никакие, блять. А чё, хуй? Даже так, сквозь диван? Да. Ты мне не кидал. Гороте без разницы, пока ты не умрешь, ты... она не снимет. Сквозь диван, ты мне не давал ничего. Я не тебе, я Аркрайту дал диван. Пиздец, я ловкость потерял еще за Аркрайт умер. Ебать. Ебать. Мой хуй. Да это ж пояс. У нас на пояса пошло. Если бы еще бы упал пояс копыта, было бы замечательно, конечно. Еще бы до копыта дойти. Еще бы до копыта пройти. Ебать. Где там? Ролите одну ручку. Ты только... А, ну еще Степанида может. Ну еще Аркрайт может. Ну, да. Что ты? Ну ролишь лопу? Конечно, я ж, блядь, дробяшки носить могу. Угу. Ну ты все равно пароль. Паролил. 100 из 100. Ой-ой, сюда мне. Вот сюда. Поздно уже ролл хватил. А, блядь, нахуй. Ладно. Смотри, ты по стоке отдал, кинул, нахуй. Ради интереса. А, 36, все нахуй забыли. Ну, выглядит-то хоть. Выглядит, ну, как хуйня. Как все дробяшки. Хуйня хуйней. Бля! Нахуй ебал. Баф, откинь, кто умирал. О, сейчас под контроль кого-то будет брать. О, Кон, ты надеюсь, ДДшника не спекался? На край дай сразу смерч, кого в контроль возьмет, когда. Не давай. Дашь смерч минус кровь. Сейчас локал не давай, всем остальным давай. Давайте лучше. Чё, косты будете бить, мама? Танки. Бал тут нет. Да здесь сейчас вот эти вот пачки мобов, которые вот здесь. Они с меня сейчас будут срываться, я ебал. Может их вниз, а? Может. Я вот тоже думаю об этом. Чтобы они может... плотно стояли. И да поздно уже, здесь будем бить. Они так вот бегут, заебись. Оп, нахуй, заебись. Батя что придумал? Оп. Новый поворот. Ля, пояс, ебать, у меня и левел сейчас нахуй взлетит, наверное. Это вообще говно было. 232, блядь. Ну что, Валера, у тебя женщина ушла. Да я понимаю, но эта женщина, блядь, не таунтится массово. Только уроном. А я такую тычку прожал, когда он распрыгивался, он в меня прыгает, вообще там, я не знаю, 100 урона нанес. Таунтится только уроном, да? Жена ушла, короче, к другому, и он такой пошел, я отпиздил, чтобы акрос. Меня, значит, любит. Я не хуярю жену, кто сильнее, тот больше любит. Пошел агро создавать. Да, я тут пиздец как потею, чтобы хоть как-то это... Как же я завидую вот этому Т4 у ДК. Ну чё, готовы ложиться? Детки. Давай, я сейчас всех положу. Чинка. Пусти меня, я всех положу. Стой, блять, я уже дрожащую ладонь наготовил, держишь пика спить. Я только собирался хаос болтом просто положить. Ты там жезлом бил, как прям как в игре, блять. За себя. Так это чтобы вам хоть дать шанс ДПС выдать. Охуенно. Да этих тоже надо будет агрить, Валера. Я в курсе. Думаешь, это лужи, кстати, еще привезти. Разлей пока лужу. Я в курсе. Сейчас, подожди ты, все. Это, блядь, я не могу скобы забрать агро, ты о чем на одну цель, блядь? Я сейчас оторву нахуй, мне похуй. Смотри. Я говорил, я оторву нахуй. А я ну тебе все, танчи. Танчи. Ну ты, блядь, я танчи. Я буду заебал сам танчи. Валера, отключи неистовство, пусть он стоит танчи. А я сбросить могу, мне похуй. Сейчас скоба танкует. Короче, бля, я ебал. Ну, ебать, скоба вниз. Пустите меня вниз, блядь. На танцпол? Ой, я каких-то пауков согрел. Блядь, не косты мне тут. Конкубину хуярить? Сдайте по паладину это, ну какие-нибудь там, блядь, ну бафы, хуяфы. Может там я чуть-чуть лучше агро смогу держать.
По какому паладину? Я же давал всем. Блять, там кулачок дали, все заебись. Хочешь сказать, моего бафа нету, сука? Лапки нету. Вот тенение. Заебатая дотяга бухим убить, блять, Морозова. Она же это, на панде изи делается. А Коба не сделал, значит не бухает, блять, вовремя. Я два стака имел, походу. Да. А я смотрю там, когда начинаешь, что пишет в чатике, типа, пьяный просто, то надо, значит, бахнуть. Притяни при лестницу, кон. Ну и там все равно инкаста напьется, поэтому я иногда закидываю на всякий случай. У меня она просто автоатаку обнуляет, поэтому я не часто делаю. Ну если автоатаку. У тебя с нуля начинает, потому что ты бухаешь автоатаку? Да, 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 да. Хуяся. А ты бухай и жми спел. Ну типа, как его? Ну ты понял. Ну ты когда там филяешь или бегаешь, ешь там быков, что-нибудь пей. Мужчина, который рыба, вы из какого века? Спел? Спел. Мы с ним большим играем, у него нахуй на английском играет. Интерфейс все на английском. Вы, еще, вы, наверное, произносите, да, вот этот секс? Спел? Нет, секас. Нет, это что надо быть. Сыите. Вы чем занимаетесь? Суитияемся. По такому слову уже заметно, что вы зоолог. Или скорее девственник. Зоофил, во. Девственник. А бывает педофил-зоофил, типа маленьких животных насилует? Чего только не бывает, поверь. Сука. Блядь. Ой, смотри, там пачка. Поехали нахуй. Ты не рано ли, молодой чебупель? Нет. Танк что, агро не удержишь, что ли, блядь? Вообще ракал так-то. Я знаю, как Кобу остановить. Всего одна эта кнопка. Ты понял, да? Треня на танка больше никогда не выпадет. Она мне, блядь, не скажет, что горит. Она, конечно, заебатая, но она не везде заебатая. Она обоссанная, она никому не нужна. Не, она, нет, блядь, она хорошая. Она охуенно защищает, она заебатая, но, блядь, она ситуативная. Не везде она пригодится. На чемпах она охуенная просто. Просто а если... А что она там защищает от чего? Грубо говоря, весь урон позади танка, он меньше, он через танка проходит. То есть ты, грубо говоря, встаешь, вот сорвались мобы на чемпах, тебя, ты уже никак их не вернешь. Ахуй встал, прожал и с хилов весь урон, блядь. Да на какой-нибудь там, на кошатнице все стоят, блядь, же все равно за танком. У него, да, блядь, прока. Насмотрите или нет? Ты видишь, ты стоишь, поддерживаешь, грубо говоря, эту тему. То есть ты в этот момент не передвигаешься. Такое. Ну ты типа нажал на руну и поглотил урон, нет? Да, вот именно. Не, там и именно не совсем так. Нет, она по-моему становится на место. Все, ты можешь двигаться в пределах этого места. Куда слуга, блядь, появился? Объясните мне. Ну, блядь. А там это мой дворецкий Альфред. Блядь, насколько ты старый, если ты знаешь, что такое Альфред? Инфонси, я знаю, кто такой. Супер-стар. Потому что... Я, кстати говоря, остального алхимика досмотрел, ебать. Какого именно? Бразерхуд. Это второй сезон, да? Или ты фильм посмотрел? Это первый сезон. Бразерхуд — это приближенный к манге. Да. Этих, кстати, можно не пулить. Да, я знаю, можно не пулить, а он всякие, блядь, с волками и прочими питомцами шароебится. Так. С волки. С волки, вот именно. Те еще с волки, блядь, вон. Я Светок его разъебывал. Ну как там Т-10 уже заебался это, блять? Что МД кидать? Лет через 20. 10, да. Это очень сильно хочет. Фи, блять, фу нахуй. Вот лишь правду говорю. Будь здоров. Спасибо. Ты большой. Я думаю, ЦЛК будет где-то, блять,
конце, наверное, блять, марта нахуй. Либо еще позже. Они и так одной пачки много контента завезли. Я вот тоже не понял, нахуя они так рано завезли. О, бля, контроль ебаный. Груль магик, нахуя так рано? Ну они потому что типа пачка с каражаном идут. Ну могли и попридержать их. Ебать, у меня хайграунд, смотрите. Контроль переиграл хайграунд или в доту, бля. Это стрём, по сути, залез, бля. А я знаю, туда все могут залезть, бля, ты шо. За телепортом? Нет. Нет, можно запрыгнуть. Там же стенка. Научили это двойда. Обычный спидран. Давай, веди сюда босса, я буду хилить тебя. Я вон вчера, ебать, мы еще Джераксу не убили, а я уже на нуба пошел в АК-25. Вот это спидран, я понимаю. Как? Ну, не как, прогрузился пол? Полы, блять, да. Заебал. А нуба там только, сука, не было. Ну, ну да, Саша, раньше. Надо было отправить скриншот, что нуб убит, а ачивки нету. И трупа нету, да? Ну а типа перезагрузка же была. Вот и пропал труп. Аргумент, блядь, где лут нахуй? Вот именно. Да. Ты даже если реального убьешь и произойдет перезагрузка, ты хуй когда заставишь админов так, что-то не да. Они еще тебе дают жопу. Если у тебя нету там, блядь, 20-50 тысяч на лоялке, нахуй, ты никто. Так. Зовут тебя хуй как. Ну, я фласку на хп, короче, пью. Да, на хп я тоже пахну на хп. Хожу на хп, пей, и кто там еще? Чё, зачем? Сова на хп. Ну, потому что ваншотит здесь. Сова, да у совы, наверное, хватит. Ай? В прошлый раз же не ваншотила. А ты так не пил, что на хп пей? Я в прошлый раз не пил на хп, алло. Ну, вон у Локла 28 тысяч теперь, у совы, блядь, 24 у меня, всего. У меня 26, и мне хватало. Ну, у меня 25, ну, значит, тебе хватит, да. Так, ладно, дайте мне время сейчас поставить метки. А сейчас посмотрим, ебать, как вам будет хватать. Надо пожрать, дайте рыбу. Сейчас дадут и рыбу, и рыбой. Я передвину, нахуй. Крутятся стерки, крутятся стерки. Порим? Бонки, блядь, как обычно. Ухуярятся сейчас. На голду будет тоже будет. Во, я же сказал, что будет предлагать. А ему она нахуй уже не нужна, поэтому не интересно. Я заберу ее все равно. Подождите, сейчас, а что там? Да? Там шея? Нет, что мне там надо? Ну, ну все, в принципе, да? Все же метки. Ева, Гера. Любит все. Да, что мне тут надо? Ну, танка шея здесь нужна, блядь. Пиздец нужна. Так, ладно, ставлю рыбу. Мне сейчас... Аркай, ты тут был, да, знаешь, что делать. Не знаю, а что вы тут так делаете? Делайте 4 остановки, да? И 5 делаете? Че? Ну, мы вообще тут весь круг... Ну, в прошлый раз мы до одной не добегали. Но ТПС-а тут очень много, все равно у нас. Нет. То есть вот эти все метки, крест... Квадрат, луна, трусы и ромб, это вот перебегаем после каждого каста спокойствия. Ну я понял, не, ну просто чтобы без трусов, мы чисто по балконам эти бегали. Я без не трусов, понял. Кстати. Не понял, ну ладно. Я осуждаю. Ну, ладно, не суть. Вот, на когда не забегаете, пока я не скажу, ловить стак, только один стак ловим. Раньше забежите, вы, блядь, личный урон лутанете, у вас молния кастанет, и вы сложились. Вот, я все-таки выпью фласку на... А жизнь. Кто каст сбивает боссу? Каст? Шок. Блядь, мы поставим. Хожу, ну, блядь, кон. Самый выгод. Кон у него не кап меткости магическая, я думаю. Или у тебя кап кон? Да как, откуда 4%. У него кап? Что? 4%. А, ну, бля, ебать, тебе даже мало, даже для милика. У тебя 5% должно быть. Ну ладно. У меня еще 4% с таланта даются. А, ну 8 получается, ну тогда да. Короче, хожу, позбиваешь косты. То есть твоя задача сбивать этот, как он там, столб света. Шок небес, по-моему. Шок небес, да. Он единственный, который без щитка, то есть видно, который можно сбивать. Хорошо? Я постараюсь тебе понапоминать. Ну, а то позбиваешь. Услышал? Хожу.
Да. Все, отлично. Так, ласточка бахнул, рыбу. Нихуя не поел. Поем рыбу. А, поел, наебал. И давайте, все готовы. Степанида лучше назад относить. Все, смотрим. Давай, Валера, будет начале игры. Поздно уже, поздно, блядь. Да не, блядь, я приготовил. Выпил, нахуй. Да, Валера, я припот уже выпил. Так а зачем вы их пьете, если они у вас не успеют откатиться? Вообще-то успеют. Под вторую, под первую не пьется припот. Вы же зев не едите. Ехали. У нас и так урона много, в принципе. Не забудь, что крылышки сразу сдаешь. Сейчас будет. Нет, нет. Череп, в кресле станете все? Что, Коба? Сейчас будет земля, смотрим. Коба, Коба, на тебе земля. Каст. Земля 5 секунд. Икона земля на тебя. Он не сядет, да? Монки сорвешь. На пуль. Каст. Забежали. Забежали, полутали стак. Выбежали. Все, намажем. Ну. Отлично. Блять, перебежали. Сейчас, подожди, прохилят, все. Молния. Будет. Ой, у меня, блядь, мало хп было, прохилят. Каст. Сейчас земля 2 секунды. Монки, на тебе земля. Монки, земля. Каст. Земля 5 секунд. Земля. Аркрайт. Каст. После этого каста заходим. Ловим стак. Выбежали, клубай мало. Давай, Геру хожу. Перебегаем. Вполне. Ебать, типа не ду ваншотнул. Есть БР? Стал, вижу, вижу. Даю гимн на хил. Вставай, вставай, гимн на хил держу под тебя, каст. Ну, каст, хожу, ну ебаный, умираем. В лужу забежали. Я же заранее даже сказал, каст. Хилы, перебегайте на моменталках. То есть у вас, когда по ротации вышли моменталки, не вставайте. Кинули, вы когда перебегаете? Талки. Это же просто. Это не значит, что вы должны перебежать сразу же, как только мы ее разбили. Главное, к тому времени, когда она начнет кастовать, чтобы вы были в луне. Я могу на энке сюда зайти. Ну что ты энхом сделаешь? Ну, чем типа лучше будет, чем сейчас? Дробяшку меня спиздит. Может, это тем, что он будет косты сбивать. Ну, тоже верно. Ну, я думаю, и ДПС будет сбивать, какая разница? И ДПС он даст больше, чем Хантом. Единственное, мы просто на пул теряем. Да, без на пула могу не потянуть. Ну что, тебе с ханта нельзя уходить. Беса вытащи. Сейчас он вытащит своего беса. Сейчас опять тотем вонючий выпадет, кстати. Тут на шаман уже мне
Да, выпало. Рубяха. Будешь сейчас пулить? Сейчас будешь пулить? Или нет, следующий? Нет. Следующий. Сейчас готовность пройдет. Степанина, все, все готово. Давай сейчас вот это будет подлетать и пуль. Понял. Поехали. Ну да, ну ты хуёво я поставил. Ну все хуёво. Потому что мы, блядь, не можем бить, что она как бы не за спиной, да, отведи её чуть-чуть. Все, стоит метки. Каст. Бля, локал там нахуй уже агро рвет. Монки напуливай еще раз. Монки, земля. Напул. Каст. Скинь агро сам. Земля сейчас будет. Коба, земля. Каст, ага. Забежали, стак полутали. Заехали, развалили ее. Прожимочки все отдали. И бегаем. Ебать. БР есть? А, нету, нету. Ну, бьем без него. Шок, каст, каст. Угу. Хожу, земля в люди. Монки опять сорвешь. На пул лучше давай. Хожу. А, ты вылез, лук. Блин. Каст. Земля 5 секунд. Земля, готовимся. Ой, земля на тебя. Каст. Сейчас после этого каста забегаем. Лутаем. Выбежали. Гера у нас нету. Пожимайте все, что есть. Отдавайте припоты. Он скидывал еще. Монки тебя сейчас собереет. Ага, швель. Тихонечко перебегаю. Каст. Сейчас земля будет. Коба. Коба, дай по локлу сальву пока. Бегаешь. Отойдите немножечко правее белой метки. Немножечко. Неровно по центру поставил. Yes. Все, земля так. Будет. Все, так. Отлично, отлично. Скоро, скоро земля вниз. Красиво, снова вниз. Каст. После этого коста забегаем, лутаем один стак. Бля, тут что-то хуёво. Давай, Геру, Геру, Геру. Хотя можно было ставить метки спокойно, знаешь. Что, блядь, я не совсем... Отбегайте, кого уже достает. Там, да-да-да, добьёт. Всё, бок, перебегаю. Молния. Блять, тайм. Земля сейчас будет, каст. Каст. Сейчас земля будет. Локал на тебе. Каст. После этого каста забегаем. Забежали, полутали. Вышли. Все прожимочки сейчас скидываете. Все скидываете, все, что есть. Я хожу умер. Ну как вы умираете, я не знаю. А меня так и не прокинули после этого. Я массакру нажал. Отходим. Бегите, бегите, бегите. Глупцы.
Ну добейте, я стан собью. Ой, точнее, кастер. Не хватило. Ну вы заебали умирать, но я понимаю, что вас не прохилят. Тыкайте вы кожи под эту всю хуйню. Не, там, хожу, что он прожмет. Меня просто что, 200 священная земля, я потом через одну миллисекунду один. А зачем ты заранее забежал в землю полутал? Я же говорю, когда забегать. Так нет, так меня убило, когда мы переходили. Да. Там 15 секунд висит там. Ну ладно, понял. Локал, а у тебя хаосбол по щиту бьет? Нет, он мимо щита уходит. Зачем ты бьешь хаосбол? Потому что если я хаосболтом бить не буду, я ничего ДПС давать не буду. Я не смогу. Ну надо щит пробивать. Я тебе иконфлага не смогу прокнуть на быстрые инсинерейты. Тогда мы точно щит не пробьем. Мы не пробили, потому что у нас минус 2 ДД плани, потому что кто-то ничего-то не тот остановил. Я еще заметил то, что видишь, ты видал, как насколько, блядь, близко появлялись к нам.